Не проехать, не пройти. Это огромная лужа. С каждым теплым днем становится все больше и больше. Из-за таяния снега такие мини-озера появляются и на магистралях, и во дворах. Чтобы избавиться от них, привлечена специальная техника. Коммунальные службы с наступлением плюсовой температуры активно ведут работы по откачке воды. Только в одном Сормовском районе подтопленными оказались улицы Светлоярская, Федосеенко, проспект 70-летия Октября. На откачке воды работает 6 единиц техники. Только в марте откачано более 3000 кубометров воды. На эти объекты у подрядных организаций особое внимание. С привлечением крупногабаритной техники устраняем коленечные проезжие части автомобильной дороги. С помощью водооткачивающей техники устраняем подтопление территории. Прометаем тротуары. Эта зима стала настоящим рекордсменом по количеству выпавших осадков. Только в одном Сормовском районе с начала года вывезено более 140 тысяч кубических метров снега. Из них за март 45 тысяч. Сотрудники дорожной и коммунальной служб продолжают работать в усиленном режиме. Тротуары хорошо почищены, ничего не скажу. Дворовые вот дороги, да, вот сейчас вот видите, возле Пятерочки, сейчас очистили, спасибо. Но было, конечно, очень наледь большая. И вот возле Магнита сейчас. Ну вот убирают, конечно, воды много. Зима была очень снежная в этом году. Настоящая зима русская. Ну, хотелось бы, чтобы воду откачивали почаще. В целом, этой зимой с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезено более 1 600 000 кубометров снега. А потому работы по устранению последствий обильных зимних снегопадов и резких перепадов температур продолжаются во всех районах города. Наталья Лисова, «Время новостей».